Ви сказали, що не поїдете ані в Крим, ані в Москву. Чому б не приїхати на Донбас? Таке провокативне запитання. Давно не бував я в Донбасі. Тянуло в родные края, как в песне поется. Да. Ну поеду, когда тільки освободят. Володимир Чернігів, чи збираєтесь? Я очень люблю Донецк, между прочим. У меня с Донецком связана масса прекрасных воспоминаний. Чего не скажешь о Луганске. То есть жители, да, но город был по сравнению с Донецком убит просто, Луганск. И это луганским элитам, так называемым, в кавычках, элитам, это им стыд и позор. Насколько вылизывали Донецк, насколько вкладывали в Донецк, в гостиницы, в рестораны, в инфраструктуру. Все было прекрасно. Какой построили аэропорт Прокофьева там, какая красота была. Такого аэропорта в Украине не было и нет. Какой стадион построили. Потрясающе. Слава Богу, он есть. Я думаю, что все вернется на круги своя. Как пел классик, все вернется, обязательно опять вернется.